Множество итальянцев и иностранных туристов привлекла на пляжи вокруг Рима ранняя весна с относительно высокими для февраля температурами от 16 до 18 градусов по Цельсию. Обычно в период с января по февраль температура не поднималась выше 12 градусов. Для купания здесь пока еще недостаточно тепло, но для прогулок по берегу или по морю вполне. Наиболее оживленными были Остия, Фьюмичино, Фреджене, Макарезе и другие места на северном и южном побережьях итальянской столицы.